Здравствуйте, друзья! Трудно придумать более пошлый сюжет об Америке, чем репортаж из магазина Walmart. Но мы не то что первый раз в этом магазине. Нет, мы первый раз именно в этом магазине. Да, конечно, в Walmart. Потому что у нас Walmart, там очень пищевой отдел маленький, а тут нам сказали, что целый магазин. Весь пищевой отдел. Я не помню, а что тебе сказали тут покупать? Мы ездили во Флориду, и там Walmart это серьезный продуктовый магазин. А у нас в Walmart обычно это шмоточные магазины, но не продуктовые. Ну так, по чуть-чуть. И я как-то вот об этом рассказал сотрудникам, и мне говорят, послушайте, говорят, есть тут магазин, он называется Walmart Community Market, и вот он действительно там очень продуктовый, там есть просто очень много всего, и там кроме продуктов вообще почти ничего нет. В общем, такой вот как бы магазин. Вот он довольно большой, друзья, вы видите, он такой, бывает больше. Вот там, где шмотки продают, там намного больше. Ну вот, да, и говорят, что цены очень хорошие, и мы, прежде чем сюда поехать, почитали ревью, которые пишут на Гугле, и говорят, что здесь действительно очень какие-то замечательные цены. А ты хочешь это блюбери взять? Я не против блюбери. Так, что-нибудь еще интересует? Нет, нам нужно... У нас завтра будет мероприятие очень интересное. Да, расскажи. Мероприятие у нас будет, мы пойдем к нашим жильцам, вот там, где мы дом построили. Сунивейль, да. И будем с ними совместно, поскольку одна из них все время готовит еду. Она ведет семинары для подготовки еды. За деньги, да. Да, ну мы в данном случае просто придем и будем вместе готовить ланч. То есть без студентов, то есть вдвоем? Ну, там, наверное, все они будут, я так понимаю. А, то есть там учащиеся будут? Нет, учащихся. Все это жильцы все? Жильцы все. Вот смотри, капуста китайская. Да, вот я хотела сказать, во Флориде. Она здоровенная. 88 центов. Это нормальная цена? Я тут не смотрела, сколько она стоит в обычном магазине. Но в данном случае, ой, какие они страшные. Огурчики? Нет, нам нужны вот эти, но они такие страшные. Это баклажанчики такие. Это не баклажан, кабачки. Кабачки, я знаю. Зукини, кабачки. Но они очень страшные. Может быть, завтра лучше пойти в магазин, купить органических и поприличнее, потому что это уже очень... Виды не имеют, да. Огурчики вроде ничего, вот огурчики. Да, нам нужны не огурцы, а именно кабачки. Именно зукини. Я придумала суп свой собственный, похудательный так, супчик. Так. И рассказала ей, она сказала, о, я очень хочу. Я говорю, давайте покажу, как борщ делать. А вон там желтенькие, смотри, вот эти желтые зукини, посмотри. Какие желтые? А вот желтые. Но они тоже страшные. Почему страшные? Ну возьми, вот, вытащи одну на свет божий, вытащи. Нам нужны разноцветные для супа. Мы можем, конечно, по это самое. Ну на суп возьми себе две штуки и все, что-то. Нам нужно 4, допустим, для таких и для таких. Ну, вот эти еще не самые плохие. Я не вижу проблем. Я придумала похудательный супчик. Сама придумала. Так. Получилось очень вкусно. А ты уже готовила его? Я его готовила, мы его постоянно готовим. Он очень хороший и довольно-таки оригинальный, потому что... А вот по нашей диете получается, что нам можно кушать кабачки, нельзя так кушать баклажаны. Кабачки да, можно. Да. Ты знаешь, довольно холодно стало. Я всегда плохо относилась к кабачкам. Так, одевай. Потому что... Как я тебя не слышу, да. Да, потому что кабачки, когда начинаешь их готовить, они пускают очень много жижи всякой. Да. Вот, и получается, что как-то они мокрые, если их жарить там и все. И я практически никогда их не готовила. Да. А тут думаю, слушай, ну раз нам их можно. И нужно. Надо попробовать их каким-то образом запихать в суп. Давай подойдем к этим сушеным перцам, Света. Я их покажу. Очень острые. Очень острые. Друзья, посмотрите на эту остроту. Это остро, друзья, это очень остро. Но глазом-то мы можем посмотреть, правильно? От нас ничего не отвалится. Вот. А фасольки нормально, фасольки ничего. Такие большие, симпатичные. Что, мандарины? С собой понести в гости мандарины. Как бы... Ну, вместо десерта. Американцам мандарины. Американцам, да. Ну, просто они хорошие, без косточек. Ты уверена, что они без косточек? Да. 5 фунтов. За 5,37. Написано, что они без косточек. Легко чистится. Хорошо, значит, вот. Написано без косточек. Легко чистится. Ну, отлично. Значит, да, примерно по доллару за фунт. Так. Так вот, значит, да, значит, похудательный супчик. Думаю, как же мне, что же такое мне сделать с этими кабачками, чтобы сделать из них супчик. Да. Я подумала, что самое похудательное. Нет, это нам ничего не надо. Это самое.
сам. Там помидоры лежат. Мы можем, конечно, им суп положить, помидоры, если мы хотим. Но, в принципе, так не было задумано. Ну, не надо. Послёновые не берем. Так. Да. Так, вот, значит, я придумала такой супчик. Завтра будем его делать. И вы все увидите сами. Хорошо. Идем дальше по магазину. Ты, можешь сказать, сделала такой анонс. Анонс, да. Дыни. $1.98 за штуку. Друзья, $2 за штуку. Это вообще недорого совсем. Я не знаю, сколько она весит, а вот есть весы. Вот она так примерно... А, это в килограммах. Красненькая, это килограммы. Вот она весит 1,750 кг. Или 4 фунта. Вот она 4 фунта. Слушай, 4 фунта за $2. Нет, ну мы показываем магазин. Ну, то, Миш, давай пойдем, знаешь куда? Давай посмотрим, где масла и где посмотрим. Всякие виды молока, например. Ну, молоко там, но тут такое. А масла тут? Это, по-моему, спиртное, а не масло. Ну-ка. Нет, ну это вау, это спиртное, друзья. Я думал, это масло. Но масло не будет. А это замком, спиртное. Да. Да, оно под замком. Под замком. Пивко. Пива много, что простой народ, друзья, уважает это все. Надо сказать, что Walmart — это очень дешевый считается магазин, и, в общем-то, в нем... Недорогой, да? Да, никаких изысков не найдешь. Это такой ширпотребный магазин, поэтому тут будет все самое вредное, самое вкусное, то, что народ, в общем-то, ну, и ест. А может тут быть органическое, например? Я очень сомневаюсь. Вряд ли. То есть, как бы оно слишком в другом ценовом диапазоне? Ну, конечно. Бутылки, друзья, мы тут идем, идем. Просек, пожалуйста. Брут. Что такое просек? Это шампань такая, Светочка. Полусладкое или кислое? Ну нет, это кислое. Сухое оно. Все пьют кислое шампанское, а не полусладкое. Ну, потому что если ты хочешь именно шампанское, то ты хочешь вкус чувствовать, а на сладком что-то там почувствовать. А я не хочу чувствовать вкус. Ну, пойдем. Да. Вот и мясо, можешь посмотреть. Пойдем посмотрим, какое у нас мясо в этом магазине. Ну, Света так предварительно высказалась, не то, что мы изучали пока вопрос. Может быть, там органическое есть. Ну, идем. Не, ну, посмотри, хорошее мясо. Нет, оно хорошее, но нигде не написано, что это органическое. Слушай, вот такое вот редко где-то продается, вот, правда? Да, это топ китайский. Это большая редкость. Да, это топ китайский. Тут еще языки могут продаваться, тут есть субпродукты. Именно в этом магазине. Им, да? Кролики, да, кролики. Да, да, что? Да, да, да. Пойдем смотреть. Вот мы тогда, когда нам нужен был кролик для диеты, мы обыскались. Потом мы нашли испанских кроликов в русском магазине, но это все-таки не так дешево. А в... Ну, вот в этом вот, в Walmart'е, но мы пока не видим. Мне сказали, что в Walmart'е кролики продаются только так. Порк я вижу, а кроликов нет. Что видишь? Свинину? Ну, свининку, да. Ну, да. Так, мне кажется, мы уже прошли мясной раздел. Во всяком случае, вот у этой стенки. И попали на молочный. Что у нас тут безлактозное? Ну, вот если будет козье молоко, то мы возьмем и сделаем. Я все-таки хочу творог сделать. Да, Света сделала уже творог из козьего молока, он оказался горьким. Да, я его заквасила капустным рассолом, и он Светик, стал горьким. Светик, разве можно так? А как у меня? Что, я вообще все капустным рассолом молоко. Да. Ну, даже тут козьего близко нету, понимаешь? Вот соевое есть. Нет, ну соевое это искусственное как-то. Ну то, да, в смысле, да. Не, нет, не ну животное. Творог мы будем этим делать. Кокосовое. Ну нет, нет. Козьего нет, нет. Вообще, ты знаешь, выбор молочного, именно молока, вот небольшой. Вообще... Это кримеры, так называемые, заменители молока, да. Для кофе, для любителей кофе, которые хотят без молока обойтись. Вот чего-то много, есть много готовой еды. Вот для фэмили, на любой вкус. Ну, действительно, как бы еда готовая там. В коробочке взял, разогрел. Я не думаю, что это весь магазин такой, но, в общем, много. Много такой еды. Да, вот на той стороне мы видим пиццу в больших количествах. Разные. Да, очень большой ассортимент. Помнишь, мы когда приехали, была такая популярная, а вот она, Красный Барон, вот она. Вот эта пицца, она была тогда популярная, с летчиком таким, да. Слушай, я тебе говоря, очень впечатлена, и вот
просто изобилием вот и ассортиментом вот этой готовой еды, потому что даже в Сейфе нет такого количества. То есть здесь больше? Ну да. Так. Ну да, тут всякие пирожки и... А я, кстати, купила... Чикен, да. Стикер, да, вот такие вот, да? Да. Я купила там в китайском магазине такую пластмассовую фигуринку, да. И наделала вот таких пельменей абсолютно полезных. Друзья, то, что мы называем пельменями, значит, американцы называют подстикерами. Да. И я сделала их абсолютно полезными, без всяких добавок, без всяких применений. Это очень хорошо. Вообще, кстати, мы можем завтра, может, на завтрак. Так. Значит, все такое как бы готовенькое. Но это все вредно очень. Ну... Светик. Лишь для голодного мужчины. Ну, это название такое. Дело в том, что если оно невкусное, ты один раз у тебя купит, больше нет. Поэтому оно должно быть. Нет, оно, хорошим. Конечно, вкусное, но оно вкус за счет чего там дает. Вот это вот Мария Келлингер, она тоже известна. Там известная фирма. Вот в китайском магазине, например, очень много еды, она очень вкусная. Вот все эти вонтоны, там всякие штучки китайские. Да. Очень вкусно. Когда ты смотришь, что там в составе, там обязательно есть глюкомат натрия, который является усилителем вкуса. Так, куда мы движемся химическим дальше? Орешки с... Орешков с нетребом? Нет, не надо, нет. Ну, собственно, мы идем в кассу и уходим от... А, мы... Как же, а как же наш тур? Мы уже посмотрели. Как, такая громадная территория. Ну, вот еще видим, тут готовая тоже еда. Нет, готовый я... Нет, тут нет, еще... Ну, давай пройдем. Потому... Ну, идем. Ну, идем. Кроме нас вот, смотри, никого. На завтрак, на обед и на ужин. Нет, да, написано, да. Завтрак, десерты. Ну, да, слушай, что-то очень много готовой еды, очень много. Ну, картошка в любых каких-то видах заморозок. Чикен прямо это самое. Да, тут полмагазина чикена. Мороженое. Ну, что, мороженое дело хорошее. Мороженое, ну, когда, хорошее. Когда это, здоровье это хорошее. Это хорошие вот эти бренды, да. Но да. Нам этого ничего не надо, то, что на молоке все, это вообще не дает нам. А вот картошка, смотри, каких она видов бывает. И порезана спиралькой, и порезана вот так вот, и постругана. Чего только нет. Да. И вафлями сделана, картошка в виде вафли. Просто бери и жари ее вообще. Это наш, друзья, американский продукт. Исторический. Так. Американцы много картошки едят, Свет? Я не знаю, вот когда ты идешь в гостиницу, там, где включен завтрак, да? Да. На завтрак стандартный набор, это хаш потейто, это такая поступленная, да, картошка, да, с жирными, жирнючими сосисками. Да, в гостиницах, да, очень много. И сам летом, так, это стандартный набор. Креветочки. Креветочки, вот те поприличнее, вот те большие. Смотри, написано колоссал, большие, колоссальные. 10.36, а так было 13.82, а так 10.36, то есть с хорошей скидкой. Ну, хорошо. Хотя, может быть, и врут, конечно, поди знай. Написать можно, что хочешь. Так. А это вот холодильнички такие. Открытые. Котлетки. Что это такое? Это чикен-наггетсы, это такие кусочки чикена, это... обваленные в хлебе. Да-да-да. И замороженные. Да, крошки, крошкой обвалены, да. Ну что дальше? Яйца. Идем мимо. Ничего органического, нет, обычные яйца. Хотя нет, вот есть уличные яйца. Смысле, что такое уличные? Ну, pasture raised, которые все-таки эти куры бегали. Которые по пастбищу бегали, да. Хорошо. Не в клетке выросли. Ну да. Ну чего, действительно, может быть, так мы развернемся. Пойдем обратно в сторону кассы. Ну, я, честно говоря, не под большим впечатлением. Мне казалось, что этот магазин должен быть больше, потому что фу, тут так пахнет. Пахнет химикатами, да. А тот, который вот Walmart не продовольственный, он, конечно, значительно больше. Да. Вот, и там как-то даже не... Да, но Walmart, у которого шмотки, он колоссальный, просто чудовищных, да, размеров. Да. Так, знаешь, что давай купим? Если вот у них есть шоколад 90%, о, вот, 90% какао, то я бы взял себе... Там плиточку. Есть такие? Не знаю. Я не знаю. Вот 85 я вижу. Да, возьми 85. Ну, 85 хорошо, но я хочу 90. 85 намного слаще, чем 90. Ну, оно слаще, конечно. Другое. Так, где вообще шоколад? Дальше... Я что-то не понял. Что, а вот это все? Все. А, нет, вон там еще... Вон 70. 70 еще. Это вообще сахар один. Так. А дальше уже мелко идет. Ну, возьми 85, это не так плохо. Ну давай, возьми одну плиточку. А вот есть 90. Где?
Так, показывай. Швейцарский, 90. Давай попробуем. Слушай, он подул 98, очень дешево. Дешево. Ну возьми, а что пробовать? Ну, хочешь, ну, несколько? Да, взять? Конечно. Ну, возьми. У нас все равно нет. Возьми несколько. Этого, друзья, я вам гарантирую, 90% много не съешь. Много не съешь, да. Вот 85 уже нормально идет. 70 съел одну плитку, хочется вторую, третью, четвертую. А вот этот нет. Так, 90% проверено. 100% тоже продается, но он реально несъедобный. То есть, как бы сказать, в рот положить можно, проглотить уже нет. Вот это очень вкусно, я люблю штуку. Такое ощущение, что здесь все разобрали. Мы пришли к шапочному разбору. А вот 100% к шапочному. Какао. 100% какао мы не возьмем. Он, видите, без сахара. Но это он очень странно. Это так называемый бейкинг-бар. Нет, а почему бейкинг? Он такой с такими разводами? Ну, с такими разводами. Так, значит, он несъедобный совсем, да? Он для печенья, для того, чтобы печь. Mm. Это бейкинг. Он как бы шоколад, но, в общем, для готовки такой. Для кухонных нужд. Ну что, Свет? 85. Пойдем. 85. Мы уже столько взяли, 90. Раз, два, три, четыре, пять плиток. Так. Нам надолго хватит. Мы его медленно так будем употреблять. Это какая-то такая отрава специально для деток, это да? Это уже Валентайн идет. Уже, смотрите, Новый год прошел. Не сообразил, да. Уже начинается все. Уже сердечком. 14 февраля. На день, да, Святого Валентина, да, друзья. Всем влюбленным, всем. Так, все горшок вместе. Золота, посмотри, за 5,48. Да. Что там, ну-ка давай. Ну что там, ну, сердечки, вот, а причем еще такие. 250 грамм, это большая коробка, но там всего 250 грамм. Ну и что-то такое непонятно. Вот таких вот, да, нет, друзья, не пойдет. Не пойдет. Так. Если бы еще дар, что? О! Десятку. А все равно ассорты. То есть он ассорты тоже разные, да. Они там еще с начинкой и там. Да. Хорошо. А вот за 14 даже, видишь? Чего? Потому что железная коробка. Да. Хорошо, когда, друзья, все подряд можно кушать и ничего. Ничего тебе за это не будет, да. Так. Тут что-то выставили на стол. Видимо, это как-то вот уходит уцененка какая-то. Вообще, мне кажется, что это женские трусы. Мы, друзья, покидаем. Это моя шапочка. Это моя кепочка. Так, вот давайте, Светочка, мы с тобой давай покажемся нашим зрителям во всей красе. Вот, я в кепке. И так мы много не купили. Лужкова. Ну, все, кто в кепке, все похожи. Мне кажется, вот надо. Пошли. Не будем самообслуживаться. Не будем. За свои деньги уже пусть нас обслужат. Ну да. Так, видите, когда ты выходишь тут в кассу, тут всякая дрянь лежит, на которой делается большая прибыль. Пока человек стоит в очереди, он вот на всякое смотрит. Вот эти все бары, видите, тарабары, шоколады. Дети обычно еще, когда дети с родителями, видите, они пониже росточков, вот они пошли для деток вот сюда, они накидали. Вот. Ну и там, соответственно, да. Да. У нас теперь, знаете, как-то так Трамп надоел, в общем-то, за 2 года. Вот у нас теперь английские принцессы все время идут. Там еще пару человек. Мишель Обама, там, знаете. Это кето-диета Slim Fast. Slim Fast, да. New Bar. Я думаю, что слово кето вот это вот так стало популярно, что. Кето — это значит, что там нет углеводов никаких. Вот что значит для этого. Свет, прошу. Чипсы, друзья. Чипсы — вещь в Америке популярная. Невероятная прибыль на них делается. Там себестоимость этого пакетика, может быть, там 1.5 цента. Ну, я от балды говорю. Вот, а продается он там за доллар, 1.5, там по-разному. И вот как бы очень выгодная продукция такая. А к чипсам, соответственно, куда их макнуть, видите? French onion очень-очень симпатичный, ranch тоже хороший. Ну, не буду. Вот так посмотрел, вам сказал и пошел дальше. Так, Светочка, какие у нас те самые, во что вам вышло?
24, 24,79. Это не так много, учитывая, что мы шоколад под 5 лет. Да, но он очень дешевый, по 2 доллара. На самом деле, действительно очень дешевый. Потому что такой шоколад цветной, он на трешке, наверное, был. Да, то и больше. Ну что, друзья, мы покидаем наш банальный магазин и заканчиваем на этом наш банальный репортаж.